устройство громкой связи для автомобиля Jabra Drive. В комплекте с устройством идет адаптер для прикуривателя, позволяющий запитывать прибор от сети автомобиля, провод с коннекторами USB и microUSB и документация по эксплуатации. Сегодня перед нами устройство громкой связи для автомобиля от компании Jabra. Оно снабжено креплением для установки на солнцезащитный козырек, но при необходимости его можно закрепить в любом другом месте. На передней панели устройства располагается большой динамик, играющий роль кнопки приема-вызова. Обратите внимание, что иконка трубки снабжена световым индикатором работы. Наверху находится микрофон и кнопки управления уровнем громкости. Микрофон имеет технологию шумоподавления, которая подавляет посторонние шумы и обеспечивает четкий звук во время разговоров по телефону. На правой грани устройства находится кнопка включения устройства и разъем microUSB для подключения кабеля питания. Что касается автономности, то Jabra Drive работает в течение 20 часов от одного заряда батареи. Для полной зарядки аккумулятора необходимо около 3 часов. Jabra Drive подключается к смартфону с помощью встроенного модуля Bluetooth. После первого сопряжения подключение будет выполняться автоматически при нахождении телефона в пределах диапазона действия. Радиус действия устройства составляет 10 метров. А еще есть возможность одновременного соединения с двумя устройствами и принимать звонки по громкой связи, например, с двух телефонов. Как итог, если вам нужно решение для удобного и безопасного разговора по телефону за рулем, обратите внимание на Jabra Drive.